Антиправительственные протесты продолжаются в Болгарии. Фактически 3 месяца, день за днем, тысячи людей выходят на улицы Софии и требуют отставку правительства. Люди возмущены противоречивыми назначениями на высокопоставленные должности чиновников, подозреваемых в коррупции. В 83-й день антиправительственных протестов в Софии манифестанты вступили в столкновение с представителями правопорядка и чуть не взяли штурмом парламент. Истинская революция. Сейчас начинается настоящая революция, и мы надеемся, что в этот раз мы будем победителями. Народ Болгарии очнулся от продолжительного сна и понял, что переходный период является результатом преступлений мафии. Волна антиправительственных протестов набрала новую силу после того, как олигарх Делян Пиевский был назначен главой Национального агентства безопасности. Он направил в средства массовой информации письмо, в котором заявил, что отказывается от должности. Однако эта новость не обрадовала протестующих, которые в свою очередь потребовали отставку всего Кабмина из-за других противоречивых назначений в правительстве Болгарии.